Ребят, всем привет! Сегодня я вам покажу видео, но не свое, а знакомых и друзей, которые как-то раз приехали на метро площадь Ильича и проходили мимо памятника Ленину и увидели вот такую вот картину. Куча машин, припаркованные прямо около памятника, чуть ли не на памятник, да, становится. И, как я понимаю, это люди, которые приезжают в ресторан и которые не смогли себе найти парковочное место лучше, чем поставить прямо около памятника. Поэтому ребята возмутились этим, собственно, включили видеокамеры, чтобы зафиксировать правонарушение. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, с вами контролер Валек. Сегодня я нахожусь на площади Ильича. Вот памятник Ленину. И вот смотрите, парковку какую здесь организовали около памятника. Я не знаю, кто это, патриотические граждане, либо наоборот, не патриотические. Я не знаю, почему именно здесь паркуются. Но, в общем, вот так вот. Такая ситуация. Infiniti. А это Range Rover. E744 UN197. Ну, вот такая вот парковка. Прямо у памятника Ленину. Вот еще один хотел поклониться вождю, но не получилось у него. Прям через памятник Ленина. Вообще ничего святого. Не, можно. Просто надо заснять, что у людей вообще ничего святого нет. Памятник Ленину. Он вот так вот себя ведет. Это же вообще жесть какая-то просто. Здравствуйте. Вы, наверное, не в курсе, но здесь тротуар. Это пешеходная зона, по которой на автотранспорте запрещено передвигаться. Берите, пожалуйста, машину отсюда. Припаркуйте, пожалуйста, там, где положено это. Там есть парковочные места, на той улице. А вы кто? Я пешеход. Пешеход. Которого не устраивает то, что вы катаетесь по тротуару. Уберите, пожалуйста, машину. Либо сейчас мы вызовем сотрудников ГАИ, которые эвакуируют вас. Это все. Вот уже три машины около памятника Ленина припаркованы. Вообще какая-то... Просто... Мир с ума сходит. Чего? Совесть есть, это Владимир Ильич Ленин. Для миллионов людей это святой символ. У вас вообще совести нету, что ли? Ага. Я сейчас камеру сломаю. Какой-то. Ну давай. Долбоёб, что ли? Давай. Я тебя ебану сейчас, блядь. Давай. Я тебя ебану сейчас, блядь. Ну давай, блядь. Дебил, блядь. Убери камеру, блядь. Уберу. Гораздо, блядь. С вами поговорить подошел, вы что снимаете? Ёбки. Так, вот на нас вызвали какого-то большого члена. О, в пиджаке, в галстуке. Крутой. Для многих миллионов людей вы считаете это нормально? Вот так здесь? А здесь какая-то купленная парковка или что? Нет, здесь договоренности. Какие договоренности? С кем? Наверное, что право есть. С кем? Какие договоренности? Ну вы сейчас что это делаете? Сейчас фиксирую правонарушение. Ну, какие договоренности с кем? Это не вам знать нужно. А, то есть мне не нужно знать, почему, по какой причине на тротуаре возле памятника паркуются автомобили. Да, мне не нужно этого знать, я пешеход. Это не проезжая зона. Я спокойно разговариваю. Таким тоном разговариваете. Вы меня знаете, вы со мной таким тоном разговариваете? Нет, я не хотел бы вас знать. Вы, во-первых, намного младше меня. Не в возрасте дело, поверьте мне. Вот этим тоном не нужно. Вы сейчас пришли защищать правонарушителей. Сняли? Успокоились? Нет. Все, что нет? Нет, мы ждем ГАИ, ждем эвакуаторы. ГАИ, хорошо. Сейчас эти автомобили, если не уберете, будут эвакуированы. Сейчас их и уберут. И оштрафованы. И сейчас уберут. Убирайте. Уберу сейчас. Убирайте, мы стоим, Ладно, ждем. Давай. Пройдите, стакан чая выпейте, пока машину уберут. Спасибо. Уберете. Пойдемте. Спасибо, мы без чая обойдемся.
Вы представитель ресторана, я так понимаю? А? Вы представитель ресторана? Да, я администратор. Замечательно. Пройдемте, я уже насквозь прошу промок. Пойдемте там, пойдемте, поговорим, пойдемте. Поверьте, сейчас мы уже убирать, намного пойдем. Больше промокли. Ну, пойдем. Стаканчик у тебя выпить? Нет, нам не надо ничего. Эти машины кому принадлежат? Гостям. Оповещайте гостей, чтобы убрали машину. Оповещаем. Вот сейчас, видите, по одному выводит. Ключи забирают, выводит. Пойдемте, пойдемте, пока мы машину. Нет, спасибо, берете, нам выйдите. Не надо. У нас дальше вон еще парковка целая. Пойдем к машине, я телефон возьму, вызову. Привет. А, мы вас здесь подождем. Что, тоже ваш гость, да? Я так понимаю. А здесь что, ты тоже мешаете? Это тротуар. Это тротуар. Вы не понимаете? Здесь нету проезда. Делайте так, чтобы у вас убрали тут машины. О, ребятки, давайте. Смотри, что будет. Колян! Колян! Сейчас, вон, сотрудники сразу. Сотрудников зови срочно. Там будет ходить сейчас? Нет. Что мне интересно, хочу поснимать. Не надо ко мне подходить. Тебе не подходите, спрашивай, что с ним. Не надо ко мне подходить. Давай иди нахуй отсюда. Давай иди нахуй. Не пойду, слушай. Что ты сделал, да? Да. Убери камеру. Не уберу. Убрал. Тут у нас. Втроем третьего дождались. Сейчас, похоже, нападать на нас будут. Ха-ха-ха, юмор такой, да, у тебя? Смешной. Так. Смешной юмор. Обоссаться можно со смеха. Давай, жуй-жуй активнее, не отвлекайся. Блядь, сука, черт. Давай иди нахуй отсюда. Не пойду, слушай. Я тебе сейчас, бля, знаешь, что сделаю? Что ты сделаешь? Я? Да. Убери камеру. Не уберу. Убрал клешню свою. Чё? Ну давай, попробуй. Смешно. Ой, как смешно-то, а. Я тебе сейчас вместо памятника поставлю здесь, дурачок, иди отсюда. О, юмор животных, примитивный. Иди тебя нахуй отсюда, бля, черти, бля. Примитивный юмор. Кому говоришь? Тебе. Ты что на личности переходишь, а? Ты кого, бля, оскорбляешь, а? Руки. Какого хуя ты вас? Клешни убрал своя! Не будешь сейчас, сука, блядь. Ха-ха-ха! Получил! Демон! Идите да нахуй отсюда, блядь! Да. Конечно, в первую очередь. Кому говоришь тебе? Ты что на личности переходишь, а? Ты кого, блядь, оскорбляешь? Руки убери от него. Какого хуя ты вас оскорбляешь? Клешни убрал своя! Ха-ха-ха! Получил! Ты что стреляешь? Что за хуйня? Ты ответишь, что он стрелял? Ты ответишь, что он это стрелял? Я тебя выебу, понял? Да? Гомосек, что ли, да? Мужиков ебать. Иди отсюда вообще, бля. Че, тоже выебешь меня? Вы все такие там, мужиков ебать любите, да? Ты из чего выстрелил в него? Да? Стрелять научился, что я пошвырну. Ha ha ha.
Да отойди мне, да я тебя сейчас ёбну, бля, долбоёб, бля. Да и цензурная брань, привлекайся. Ушел от меня, не подходи. Старший сержант, привлекайте. Привлекайте граждан, они нападают. Смотрите, вот сейчас нападение идет. Задерживайте. Че стоите-то? Че, они нападают? Привлекайте граждан, проверяйте. Иди сюда ко мне. Брать. Что ты хочешь? Сержант Андреян. Че ты? Чего? Нормально все? Объясни. Вот у них спросить, что здесь происходит. Вместе, объясни. Давай, объясняй сам. Не надо. Внимательно вас слушаю. Мы с тобой уже знакомы. А вы кого ко мне увидели? А, да. Откуда? Магазин, помнишь? А, да. Все, давайте. Вот. Давайте, задерживайте. Прекращайте. Задерживайте их сейчас. Ерунды заниматься. Парковка на тротуаре. Мы стоим, ждем гайцов. Я им я подошел. Понимаю, что вы стоите, ждете. Я им подошел. Не надо людей провоцировать, хорошо? Мы никого не провоцируем. Людей провоцировать мы никого не провоцируем. Людей не провоцируем. Все. Сейчас привлекайте. Все, людей не провоцируем, ребят. Мы никого не провоцируем. Я знаю. Что и для чего? Вот и ясно там. Стойте, пока на месте задержан. Ты что меня трогаешь? Снимаете? Да, да, снимаем, снимаем все. Нормально, стойте. Поступило заявление в отношении вас. Ничего, временно задержан. Давай-ка задержи меня. Представьте машину. Давай, поехали. Людей не провоцируем. По поводу заявления. Какого заявления? Блядь, этот хуйлайн, который стрелял. Пальцами трогали. Вот этот газом, который в глаза стрелял. Где он? Всего. Подожди, давай сфотографируй и задерживайте. Все вместе. Все вместе. Сейчас вы ненормально общаетесь, у вас что-то произошло. Да, нет всего, вот видите, я вот так. Виноват. Нет, давай все, значит, Ну давай. Ты чего достал? Руки убрала, бля. Зачем? Они что почистили? Вон, бля, голова больная, у них не снимать. Короче, пошли поработать. Снова бояться начали. Дурак. Меня ты не трогаешь. Голова больная, у них не снимать. Кто меня задержал? По поводу заявления. Кто на меня написал заявление? Устного заявления. Кто? Устного? Да, устного заявления. Кто написал заявление? Они. По поводу? Мы устного. Мы вам тоже говорим, товарищ, по устному заявлению. Я не подожди. Сейчас замечали. Кто я поговорю? Тихо. Я не напрягаюсь, нормально тебя ебите, бля. Я здесь живу, бля. И что, я здесь тоже живу? Ты что орешь на камеру, бля, хуйлан, бля? Какую камеру называешь? И кого назвал хуйлан, бля? Не убирай эти оружия. А что ты делаешь? Да, ладно. Давай, делай. Машину присаживай. Давай, садись. Да, заедьте нормально, спокойно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Вот именно. Да не дергивай. Ладно, брат. Спокойно, спокойно. Нормально. Ты-то поговорить хочешь? Говори. Давай, садись. 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 Что ты нашел? Мафия.
Мужчина, ты не мужчина, я тебе говорю, ты что снимаешься с камеры, если тебе не стыдно? Я снимаю, нарушение. Тебе не стыдно? Какое нарушение? Нарушение. Что нарушение? Ты мужчина, что ты нормально, что поедет? Смотрите, мы вышли с машины, они начали четвером нас окружили снимать, начали, и подходим, зачем мы снимаем? Письменное заявление. Письменное заявление, вот забирайте тоже. Забери их, пожалуйста. Я Мура, тормозите. Я не могу, что думать? Передай я пока. Они наоборот, если... Я подъеду. Все, понятно. Все едем. В какой отдел мы сейчас приедем? Таганский. Колян, поехали в Таганский отдел. Пойдем в Таганский отдел, Колян. Все, едем, мы на автобусе сейчас приедем. Я не вижу смысла. Тебя спросил. Ты что здесь разговариваешь, что ты кулаки заезжал, блядь, расслабься нахуй, зачем напрягаешься, блядь? Ты что, кулак можешь взять? Могу. Отойди, отойди, зачем он тебе нужен, не надо, отойди. Да вот, что ты можешь показывать, бля? Не надо, ну давай. Вози, да не надо, тебе зачем, блядь? Я тебя разъебаю. Розу, покажи свою вонючую. Розу, покажи свою вонючую. Ну да. А, еще один гомосек. Ебать, мужика собрался. Вы все такие, да? Не все такие. Зачем? Скажи, там, если ты для чего это делаешь? Чего? Че, тоже ебать меня собрался, да? А женщин не пробовали ебать? Давай, иди еще раз мне. Ты иди сюда. Ты иди. Рожу открой свою сначала. Рожу слышь открыть. Ха-ха-ха. Смешно, смейся до конца дней. Пощечину дал. Как баба пощечину дал. А умеешь посерьезнее, чем пощечину? Да не пойду, я с гомосеками не уединяюсь, в отличие от тебя. Ну что ж, ребят, вот так вот заканчивается видео. Как видите, полностью какие-то неадекватные люди вылетели с угрозами, с оскорблениями, лезли в драку, да. И при всем этом там же находились полицейские, которые их не останавливали. Я не понимаю, ну что в голове у этих полицейских, или они их испугались, что ли, как-то, или что. В общем, пишите, что думаете по этому поводу. Обязательно подписывайтесь на каналы ребят, которые участвовали в этом рейде. А на этом все. Всем удачи, всем пока и до новых встреч.